Сегодня в стационар Мариинско-Посадской районной больницы вернулись пациенты, эвакуированные в субботу в соседние клиники. 18 января здание больницы осталось без тепла. Звонок поступил из самой больницы в Республиканский центр медицины катастроф Минздравсоцразвития Чувашии рано утром. Сообщалось, что произошел прорыв на участке теплотрассы между поликлиникой и стационаром районной больницы. В результате прекратилось теплоснабжение пятиэтажного стационара, лаборатории и помещений вспомогательных служб. Администрация больница установила тепловые пушки для обогрева, а потом приняла решение эвакуировать пациентов. 33 человека пришлось срочно выписать. Состояние их позволяло находиться дома, уточняют в Минздраве. Остальные 19 были перевезены в городскую больницу и межтерриториальный медицинский центр в Новочебоксарске. Ремонтные работы по ремонту теплотрассы завершились к вечеру 18 же числа, в субботу, и тепло было дано. Пациенты на все выходные остались в Новочебоксарской больнице, на базе двух новочебоксарских больниц. Сегодня на 10 часов информация была о том, что все пациенты, которые находились временно в Новочебоксарской больнице, были вновь переведены в Марпасадскую центральную районную больницу.